Свой 25-летний юбилей Государственный театр оперы и балета отмечает большим гастрольным туром. После блистательных выступлений в Санкт-Петербурге труппа выехала в Великий Новгород. Там в театре драмы имени Достоевского якутяне представили романтический балет «Сильфида». Данная постановка была презентована в Якутске в июне этого года и уже прочно вошла в репертуар театра. Пластика и выразительность артистов вкупе с музыкой, либретто и невероятными декорациями точно передали нежную любовь шотландца и нимфы. Отметим, что труппа Якутского театра пробудет в Новгороде еще 3 дня и представит зрителю оперу «Аида», балет «Ромео и Джульетта» и 2 балета для детей. Мне очень понравилось. Вообще, мы не избалованы такими гастролями. И когда узнали, что Якутский театр приезжает, в Новгороде живут из Ленска, да, из самого города Якутска. У меня даже здесь одноклассницы 2 живут, представляете? И они пришли, кстати, на спектакль. Репертуар вашего театра вообще мне очень импонирует. И труппа достаточно профессиональная. Я видел многие спектакли и российские, и зарубежные. И я вам скажу, что высокий очень уровень. Мне очень понравилось. Мы вот только что обсуждали, все очень понятно. Да, хоть программы мы не получили, но все очень эмоционально. Сильфида, которая нимфа, вообще бесподобная. Мне очень понравилось.